Территория церкви. Первый раз здесь. Как и в Саратовской области. Хвалынский, где гуляли. Вот, при подъезде Хвалынский. Там тоже, по-моему, есть видео. Пруд с рыбками. Зоопарк даже на территории женского монастыря. Поставил свечку прямо за упокой моей мамы, ну, всем родственникам умершим. А люди стояли там на исповедь, и должна начаться служба скоро. И стал ждать мне на работу. Еще плюс прям солнечная. Здесь, как бы сказать, зеленая зона для прогулок. Это я иду, то есть вышел от солнечного, там направляюсь в сторону своей работы, которая находится под СТП. И смотрел, дорога. А здесь под мостом шла, то есть была когда-то железная дорога, она сейчас заброшена. Ну и люди здесь зимой катается на снегоходах, летом, видимо, на великах гоняют здесь или просто гуляют. Вот такая зеленая зона, микрорайон Солнечный. Вон, по-моему, если видно, там столбы стоят для электропроводов под старой железной дорогой. Ну, видимо, служба началась. Колокола бьет. Правильно.